Сегодня мы познакомимся с отелем Garden Istra Lava Laguna, который находится в славном городе Умаг в Хорватии. Вот такой у него вход. Сейчас мы посмотрим, как расположены внутри ресепшн, лобби-бар. Вот такой вход круглый идем. Сейчас мы заходим и посмотрим, так, круглые двери. Вот здание ресепшн. Здесь достаточно просторно, здесь можно собираться люди. Ресепшн работает 24 часа. Отель предназначен для отдыха с детьми. Такие большие зоны. Сейчас вот мы посмотрим, детская зона. Можно поиграть. Playroom. И вот все очень хорошо. Давайте посмотрим, что же у нас главное в отеле. Главное в отеле — это бассейн. Сейчас посмотрим, какой же у нас бассейн. Да. Проходим в сторону бассейна. По пути тут есть бар. И выходим в зону бассейна. Тут много очень детей. Бассейн предназначен для отдыха детьми. Ну и мы видим большая-большая зона, в том числе и аквапарк вон там. Дальше горку можно видеть желтую. Вот. Да. Ну, сейчас скоро будет видеть. Вот большая зона с бассейном. И вот сам корпус отеля. Перед отелем расположен парк, через который надо пройти, чтобы оказаться на берегу моря. Вот такая у нас схема. И сейчас мы идем к морю. Купаться — это Адриатическое море. Справа находится футбольное поле и другие спортивные площадки. Пройдя через парк, мы подходим к пляжу. Пляж находится в виде такой лагуны, где нет сильных волн и где достаточно теплая вода. Это пляж отеля Garden Istra Laguna. Вот мы видим достаточно много народу на пляже. Вон наш, отсюда виден наш отель. Вот. И вот здесь у нас видим. Вот так вот. Очень много народу. Сегодня купается. Большое волнение. У нас проходит. Ну, здесь есть переодевалки, но нету тут зонтиков. Ну, такая красивая лагуна. Вход песочный. Так выглядит этажи данной гостиницы. На каждом этаже находится больше 70 номеров. Вот мы можем посмотреть, какой у нас есть вид на бассейн. Народа еще мало, потому что еще утро. Ну и посмотрим кратко, как выглядят у нас номера. Здесь уже кто-то живет. Относим карточку. Заводим карточку. Большая двухспальная кровать. Просторный санузел с такой вот ванной. И мы посмотрим, какой же у нас вид из окна. Вид из окна тоже хороший. На море. Но море достаточно где-то далеко. Надо, наверное, несколько минут идти. Так, а это ресторан нашего отеля. Начинается ужин. Здесь принято отдыхать в аборт, включенном в ужин. Достаточно много залов. Входим в первый зал. Вот мы видим, что у нас тут дают. Большой выбор.
просто. Сыры, салаты. Посмотрим. Уголок, здоровый уголок. Фрукты. Очередь за напитками. Будет бесплатное мороженое, пожалуйста, без ограничения. И там у нас еда. Это только один из залов. Можно выбирать любое место. Пойдем посмотрим второй зал. Будет достаточно много столов. Ужин идет с 18.30 до 21 часа. Вот здесь есть уже очень много различных десертов. Видим и десерт, и мороженое. При желании можно сесть на улице, на солнышке. И опять же есть различные залы. Так. Идем. Поскольку ужин начался полчаса назад, еще достаточно много народу. Если прийти чуть позже, то народу будет меньше. Меньше. Ну вот. Пользуется спросом еда. Большие очереди за едой. Кто-то у нас достаточно голодный. Да, такие очереди непривычно. Идем в дальний зал, в заключительный зал. Вот здесь есть фрукты. Здесь яркий стол. Какая тут должна быть очень вкусная еда. Возьму-ка я, пожалуй, десерт. Ну вот, да.